Польские банки предостерегают от мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков. Это грозит потерей ваших денег. Банки призывают обратить внимание на любые сообщения – SMS, Messenger, WhatsApp и так далее – от неизвестных вам лиц, выдающих себя за покупателей на портале продаж или аукциона, где вас просят нажать на ссылку и ввести данные. Отмечается, что мошенники действительно хотят получить конфиденциальные данные для входа и авторизации транзакций или данные платежной карты клиентов. Мошенники, выдающие себя за сотрудника банка, могут попросить клиентов предоставить конфиденциальные данные, загрузить из магазина Google Play и установить на телефон, планшет или компьютер приложение, например, TeamViewer, QX Support или AnyDesk. В свою очередь, нажав на ссылку с сообщением от неизвестного отправителя, мошенники требуют предоставить конфиденциальные данные карты. Так что будьте внимательны, чтобы не потерять свои деньги.